10 вопросов повестки. На заседании совета химкинские депутаты приняли актуальные и необходимые решения для жизни округа. Хотелось бы особенно выделить и подчеркнуть один вопрос. Это бюджет на 2024 плановый период 2025-2026 годов городского округа Химки. Хочу отметить, что бюджет, он так же, как и в этом году, остался социально ориентированным. Более 65% бюджета предусмотрено именно в социальной сфере. Традиционно на повестке имущественные вопросы. В собственность Московской области передали дорогу в районе аэропорта Шереметьево. На баланс городского округа поставили движимое имущество, технику для коммунальных служб. Определили пороговые коэффициенты для категории малоимущие. Также на заседании вручили удостоверение членам нового молодежного парламента Химок. Конечно же, формирование кадрового резерва для дальнейшей депутатской деятельности, вовлечение молодежи в активную работу на благо химчан – это один из приоритетных направлений, один из приоритетных проектов, я бы даже так сказал, в городском округе Химки. И мы совместно с молодежным крылом будем его реализовывать. Председатель молодежного парламента Максим Кураков поделился, почему решил стать частью команды. Мне интересна законотворческая деятельность, интересно посмотреть, какая структура власти у нас в Подмосковье, пообщаться с депутатами, принести пользу Подмосковью. В этом созыве молодежного парламента округа есть и те, кто уже принимал участие в работе этого законодательного института. Я уже как-то принимала участие в молодежном парламенте, это мой уже второй созыв. И мне показалось, что есть еще какие-то события, мероприятия, которые еще не были сделаны и еще есть над чем работать. И хочется это все-таки реализовать и помочь нашей молодежи. Очень интересна внутренняя деятельность молодежного парламента. Хотелось бы развивать это движение, отстаивать интересы молодежи, быть, так сказать, рупором и голосом нашего современного поколения. Помощники и наставники молодых парламентариев – муниципальные депутаты. Именно они будут курировать ребят в политической работе и общественной деятельности. Молодым парламентариям можно пожелать только одного – успехов и удачи. И чтобы они посмотрели все возможности, сегодня присутствовали на совете депутатов, мы, конечно же, их интегрируем во все сферы работы депутатов городского округа Химки. Теперь юным лидерам предстоит интересная работа. Молодежный парламент готов добросовестно трудиться для развития и процветания городского округа Химки. Андрей Липанов, Елена Тараненко, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.